Анюта тешится своими вазонами, никак не натешится. Я переношу их в теплое место, уже холодно и на вазоне. Не, расскажи историю вот этого вазона, вот этого цветка. Короче, сколько ты принесла? Две веточки, да, в том году? Да, вот ты истории помнишь, я только что выношу. Рома, помнишь историю этого растения? Не, говорит, а только недавно приносила, ну, на начале лета. Растение, он ничего не помнит. Ну покажи, сколько ты веточек, нет. Вот так, покажи на ветках, сколько ты принесла. Я просто купила когда-то у человека несколько вот таких, ну как, веточек таких, пару штучек. Оно просто так, он очень быстро разрастается, этот радиаскенция. Ну сколько, год прошло? Вот, ну примерно год или сколько прошло? Какой год, если я приносила его где-то осенью, наверное, или то зимой я его купила. Ну как-то, наверное, то зима, холодно было очень. И вот получается весна и лето. Или даже весной я покупала, я уже даже не помню. Ну не так давно. Хорошо, мне надо хорошо получается, в примерно почти за год из нескольких веточек, короче, разросся вот такой красивый вазон. Ну да, он уже не 5 веток, уже он сильно такой пышный стал. Уже, может, нужно пересаживать? Я не конечно, знаю. Уже надо, да. Не, он может быть сильно разрастись, но вот, ребят, из-за двух... Нет, видишь? Что там? Покажи. Корней еще нет? Нет. Ничего не нужно пересаживать. В общем, из 2-3 веточек вот Анюта вырастила вот такой шикарный, красивый вазон. Цветок. Это дай покажу. Вообще-то. Она фиолетовая, дай если в темном месте, вот она фиолетовая. А, если поставить ее на солнце, она полностью светлая. А цветков у нее нету, да? Не, она не цвела никогда. Она вот такая вот есть. Она вон сама по себе красивая. Смотри, фиолетовая какая. Да, вот, ребят, из 2 маленьких веточек эти 3. Так, мне нужно...